Салют всем, вы находитесь на канале Check It Out, меня зовут Альтер, и сейчас мы будем смотреть клип Оксимирона, команды голубей. Те, кто смотрел Versus, наверное, знают то, что Паландропов взял сезон, вот, очень неожиданно для меня лично было, как бы, и, ну, сам финал был очень странный, да, вот эта 3 на 3 схема. Больше всего меня расстроила плохая подготовка некоторых участников, то есть... Столько мы к этому шли, и в итоге, ну, слабые батлы увидели. Ну, ладно, фиг с ним. Давайте смотреть Cypher, «Злых голубей», где нет, кстати, Микси. Я когда увидел, поорал просто с этого. Очень прикольно. Вот, ладно. Хорош пиздец. 18+, Роха за граница, продакшн, «Злые голуби», Окси, шопы, всякие реалити. Сессии мерчата, эмблема кричалок. Ну вы сами видели, реалити батл рэп это сомнительно. Кстати, став лайк, если спрашивал, чё я взял клипа, кичо молчит. Язык он свой прикусил, а я думал, где бы найти мне сил, сезон длинный. Так, походу, очень круто. Лимузин, как говорит Ян, это нормальная тема. Дважды заебался, наверное, но не побоялся проверок. Значит, мне нечего бояться, а мы всё блат, лучше беги, но я не живу. Есть что, кстати, я болел за команду Тигров. Я что-то прям как-то недолюбливал некоторых участников «Злых голубей», но потом со временем мне уже стало плевать, потому что я уже понимал то, что они там все друзья, короче, и так далее. Вот, что я хотел сказать одним дублем. Это зачет. По принципу, что ад это другие, я живу батлами, прикинь, у меня иммунитет, ведь я дарю поту рэп тем, кому до него нет дела. Это, типа, я дарю стиль тем, кому до него нет дела. Это же скриптонит. О, я не дружный, сори, бро, но теперь у меня фоток со школьниками больше, чем школьных фото, а еще буду доводы против. Снова не тот я, что-то не смог, значит, можно работать. Батл рэп умирает, блять, вызывайте скорую, вам на портале за флоу все объяснят поподробнее, где звезды, раздор только. Это не так работает, мы строим культуру и без батлов гордо, а я снова не могу выебываться чемпионством, я могу выебываться просто. И подытожим парой слов, я не взял сезон, я вам дал сезон. Круто. И, ну, да. PM один из участников, из-за которого было интересно вообще смотреть это реалити. И у нас появляется Оксимирон. Чувак, которого я вообще просто не переношу, если честно. Бой стихнул, еще напоследок Let's go крикнул. Тебе осталось прочесть и белок и пост скрипту. И снова превратить мое лицо в гифку. Картина снята, рамка холст, битва стоп. Титры перепелы, вода, беломедная труба. По ощущениям это была столетняя война. В честь победы наливаем оппонентов в кабака. Пей до дна, покуда пыльная палеты не легла. Эй, дошли не все, одни считают, что я создал монстра. Другие скоро слышат сэмпл, это Окси Осборн. Не буду врать, там мне немного грустно, но... Я думаю, что-то знакомое. Ну нет, если это реально сэмпл, как-то засэмплировано, то, ну, прикольно. Окси Осборн. Так. А где Микси-то? Микси где? Не, ну, короче, съемка, извините, что я так часто останавливаюсь, все, я больше не буду. Съемка мне очень нравится. Ну, то, что в один дубль, я все жду, может, все-таки где-то склейка будет. Вот, извините. Вот, кстати, тут в этом моменте могла быть склейка. Все. Ой, опять на стол. Ну вот.
Это самый неинтересный персонаж вообще в «Злых голубях». Очень слабый участник. Это мое мнение. Вот. Вообще, я бы для каждого участника сделал как-то, ну, свое музло. Почти как в конструкте. Династ очень хорошо себя показал. Ну, за весь сезон. И в последнем... Прикольно. Все-таки есть клейки, но все равно ощущение, будто в один дубль, очень клево. Вот как и на последнем батле, он менялся же, менял свой флоу, и также здесь прикольно. Нифига себе. Ну прикольно, прикольно, по-моему, злу прикольно, мне нравится. То, что меняется с каждым новым участником, что-то. Вот, ну по тексту уже понятно, в принципе, в самом начале было то, что это все об этом времени, через которое они прошли, в общем. Ландров. Хороший переход. Очень круто себя показал вообще. Единственный, кто показался, я прям супер круто, который хорошо подготовился просто к финалу. Это отсылочка к конструкту, как будто, да? Там Оксимирон тоже шел между этими. Прикольно, прикольно. Yeah.
Роха. Роха красавчик, короче. Кто бы ты ни был. Окей, окей. Короче, что я могу сказать? Видео мне очень понравилось. Клип полностью снят за счет средств, полученных от продаж мерча. Круто. Это клево. Вот. Интересно было смотреть на Пиэма, на Оксимирона, на Династа. Клево у него было летать, ну так, средненько, и Паландропов. Собственно, понятно, о чем песня. Сказали нам о своих ощущениях, что как было вообще, через что они прошли. И это в основном, наверное, сообщение хейтерам, ну, комментаторам, в общем-то. А что у нас по тексту есть вообще? Нет. Одни считают, что я создал монстра, другие сходу слышат сэмпл. Это Окси Осборн. Ну, даже тут про сэмпл говорит. Больше всего... Здесь мне понравился PM, особенно фразой типа «дарит батл рэп тем, кому до него нет дела», и «я не взял сезон, я вам дал сезон», это очень клево, сильно, прикольно. Ну и все на этом, пожалуй. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, ненавидьте меня, дизлайки лепите, короче, что хотите, делайте. Всем пока. Check it out!